Амто. Так на языке коряков звучит «здравствуй». Именно это слово не раз услышали участники церемонии открытия выставки экспонатов с Камчатки, которая открылась в Тверском музее имени Лизы Чайкиной. О том, что могут увидеть ее посетители и что связывает Верхневолжье с этим далеким краем, расскажет Роман Быков. Вот такие песни можно было услышать в музее имени Лизы Чайкиной в день открытия выставки «Здравствуй, коряки, Камчатка». Идея ее проведения зародилась в результате визита на этот полуостров Тверской семейной четы Понюхиных, которые активно исследуют тему экспедиции Витуса Беринга. Она стартовала именно в столице Верхневолжья, и результатом ее стало именно детальное описание Камчатского полуострова. Обсуждая перспективы развитие этой темы, популяризации темы Великой Северной экспедиции, узнали о том, что у Людмилы Викторовны есть прекрасная, как мы сегодня видим воочию, замечательная коллекция, которую, безусловно, надо представлять. И она ее представляет по всей России. Людмила Викторовна – это Людмила Каюрова, которая вместе со своим супругом Александром Суворовым на протяжении многих лет собирала вот эти экспонаты. Они, живя на Камчатке, прекрасно понимали, насколько уникален этот край и насколько важно сохранять и популяризировать его культурное наследие. Мы собирали 35 лет эту выставку, 350 картин наших самобытных художников. Есть это служенные художники, есть простые, есть детские рисунки. И более 500 предметов декоративно-прикладного искусства. Все, конечно, мы постепенно собирали в командировках. На выставке представлены картины и фотографии, а также элементы одежды и быта коряков, коренного народа Камчатки. Гребни, женские сумочки, ножи, а также шкуры животных, населяющих этот край. Таким образом, для тверичан этот полуостров, находящийся в 9000 километров от Верхневолжья, хотя бы на время посещения выставки станет ближе. Сегодня мы получим возможность часть того, что мы не знали о Камчатке, сегодня здесь почерпнуть. Поэтому всем нам просмотра, прекрасного времяпровождения. И я думаю, что не только эта выставка и закончит наши взаимоотношения с Камчаткой, с населением Камчатки. Я думаю, что они будут развиваться.